хотела представить, с кем мы сегодня на сцене. Ульяна Завадская, первая скрипка, Алиса Гражевская, Анна Кузнецова, виолончель, Мария Дурасова. Вот представляете, да, девушка, она на репетиции таскает эту свою большую инструментину и сегодня тоже, и вообще. Так что уже только за это можно людям памятник поставить. Да-да. Шаман, он же Александр Хитров в миру. Он приезжает, ему тоже можно памятник поставить, потому что он каждый раз на репетиции и на концерты приезжает из Питера. То есть вот он приехал сейчас из Питера, отыграет и уедет. Вот. И диджей Антон, он как раз был на разогреве сегодня, создавал атмосферу, в которую мы потом, надеюсь, удачно вписались. И с ним мы сейчас продолжим. У нас есть еще один участник нашей команды, любимый, но он выйдет чуть попозже. Небольшая техническая накладка. А давайте, раз такая история, а давайте все, что свободно играть без ничего, да? Не вопрос? Хорошо. Откуда? Откуда, где остановились? А вот да, где остановились, так. Да. А мы заметили. Третий куплет. Just let me know if you stop for how long.
пожалуйста, акустический вариант этой песни. Хорошо. Тоже. У нас, кстати, если уж я так познакомила вас с нашей командой, Москва вообще город прекрасный тем, что он объединяет людей из всех остальных городов. У нас получается такой межнационально-межгородской коллектив. Девушки, только подсказывайте, потому что городов слишком много, и можно запутаться. А, кстати, а вот интересно, кто у нас в зале сидит? Есть кто-нибудь не из Москвы? Откуда? Как? Узбекистан. Прекрасно. Что еще есть откуда-нибудь? Девушка, откуда? Тольятти. Ага, что? Не кто, а кто. А, что кто? Кто где? Он, наверное, оговорилась. А вот у нас мужчины сидят. А, мне кажется, что... А вы откуда? Do you speak Russian, no? Speak English, so where are you from? Philadelphia. Oh, so USA. Welcome to Moscow. Ну вот, а у нас получается Петербург. Что? Диджей у нас из Владимира, и из Волгограда. Ну, теперь мне, дорогой мой. Из Москвы, это те, кто из Москвы. Вообще-то я родился. Ну, родился в Москве, ладно, хорошо. Это тебя оправдывает немножко. Ульяна. Ты откуда у нас получаешься? А ну вообще, да, точно. Ты же у нас полячка, да. Родилась в Польше, потом в Москве. Алиса из Молдавии, Анна Саратов. Мария. Ты любишь эту произносить, я знаю. Урюпинск. Вы когда-нибудь видели живых людей оттуда, да? Вот как раз Мария. Но на самом деле она родилась в Луганске на Украине. И саксофонист у нас тоже из Украины. То есть у нас и Украина, и Молдова. А я из Ростова-на-Дону. Так что здесь немало людей. Не из Москвы. И иногда тяжело бывает переезжать с места на место и расставаться с людьми, которые тебе полюбились и которые тебе дорого. Следующая песня об этом. I'm not afraid to die.
слышу всего. И виолончель тоже, да, естественно. Скрипки и виолончель. А следующую песню, которая сейчас прозвучит, я написала, простите, сейчас сделаю не очень красивый жест, но у меня нет вариантов. У меня все время уезжает педаль, она живет своей жизнью. А песню, которая сейчас прозвучит, я написала примерно 15 лет назад. И с тех пор, каждый раз, когда я играла с этим удовольствием за пианино, я представляла, что вот рядом со мной сейчас скрипки и виолончель. Сколько требуется времени, чтобы мечта сбылась? У меня ушло 15 лет. Ну, в принципе, ответ всегда один и тот же на вопрос, сколько всему свое время. Просто нужно уметь ждать. Thank you.
Кто-нибудь переживал любовь на расстоянии, когда вы в одном городе, а ваша девушка или молодой человек в другом городе? Или когда вы уезжаете в командировку, и тот, кого вы любите, остается один, а вы там где-то далеко? Эта песня как раз для тех, кто любит, несмотря на дистанцию, и может ее сократить в своих мыслях, мечтах. Thank you.
сильно светлых на русском языке, но мы не можем здесь их все представить. Это будет осенью, когда мы делаем свой русский альбом. Ну вот следующая песня, она тоже из разряда, которую я называю «Няшки». Кодовое название песен «Позитивные наклонности», потому что вообще у нас основной жанр — это трип-хоп, промоушен джаз. Это сюда не вписывается, но девушка, какой иногда бывает, переполняет чувства и хочется написать что-то такое. Да, про котиков и цветы. Так что это как раз тот вариант. Но, правда, она все равно блюзовая, не такая уж няшная. Да? Все готовы?
Оля присоединяется к нам. А Шаман у нас еще жонглер. Он меняет то бас, то гитару. На все он способен. Ready. Thank you.
очень нравится, когда нас слушают, да, а не разговаривают. Сейчас самое время обнять того, кто рядом с вами, дружеские у вас отношения или любовь, неважно, в объятиях нуждаются все. Ну, ладно, вы можете не обниматься, сидите так, а всем остальным можно. Thank you.
После концертов говорят люди, которые подходят, что они плакали на каких-то песнях. Мне кажется, что если хочется плакать, тем более на концерте, когда есть такая возможность, эмоции разворачивать сами по себе, вот нужно плакать. Зачем задавливать это все? И по большому счету, слезы раздражают только глупцов, потому что по-настоящему слезы — это как дождь, они очищают. И дождь как раз. Some doubts about them being alive.
Я знаю, что завершать выступление принято какими-то песнями, которые вы уже слышали, или которые где-то хотя бы в интернете выложены. Но... Простите, медаль. Но я решила отступить от этого. Конечно, это рискованно, но мне в первую очередь хотелось завершить на... определенные месседжи, потому что следующий наш концерт будет теперь аж осенью, потому что мы садимся в студию работать на 3 месяца, и будет ни до чего. И хотелось бы пожелать всем, кто сегодня здесь собрался, нас не так много, ну и ничего страшного. Я надеюсь, что я вас увижу еще осенью на наших следующих концертах. Так вот, песни именно этой хотелось бы завершить, потому что помните всегда, что даже если у вас с кем-то не очень хорошие отношения, или вы просто любите кого-то, вы можете мысленно поддерживать этого человека, вы можете желать ему счастья, вы можете молиться о нем. Конечно, если кто-то не верит в Бога, вы можете просто мысленно передавать ему свою любовь, свое тепло, что-то хорошее. В этой песне есть такие слова. Я молюсь о тех, кто не верит в любовь, о тех, кто потерял смысл жизни. Я молюсь о тех, кто не верит в Бога. Должен быть кто-то это делать. Feel cold and shy.
Thank you.
точно последнюю песню такую. Чуть, она вроде медленная, но она веселая. Потому что она о женских метаниях, страданиях, когда она, ну, девушка, вот она не знает, что ей делать. Вот она сейчас хочет и того, и этого, и чтобы он ушел и пришел, ну, знаете, да, вот есть такие статусы известные, я не буду их цитировать. Приди, уйди в этот же момент. Кажется, кто-то кого-то полил. Правильно, мужчин надо любить, даже когда он... Ну, потому что мы же тоже можем. Мы же невыносимы бываем. Готовы? Некоторое время не играет, чуть подзабыли. Yeah.
them sorrow. Спасибо. До встречи осенью. Или на просторах. Ну, ты знаешь.